Дорогие мои зрители, приветствую вас на канале Амбассадор Уютного Дома и приглашаю посмотреть новый обзор из бюджетного магазина Fix Price. В магазине появилась новинка, это вот такая ребристая матовая ваза. И на самом деле это не что иное, как реплика на известную вазу из магазина IKEA. Кстати, вот на своем Яндекс.Дзен канале я как раз делаю такие подборки, что копировал магазин Fix Price и сколько это стоит в других магазинах. Посмотрите, как удивительно эта ваза сочетается с простыми веточками, особенно на бетонной стене. Да, вот этот современный стиль ваби-саби, мне кажется, он отлично подойдет к этой вазе. В этой коллекции представлены еще и кашпо. Поделитесь в комментариях, кто покупал, как они вам по качеству. Ну и, наверное, это та же коллекция. Это подсвечники на скандинавский манер. Мне очень нравится такой простой лаконичный дизайн. В магазине появились вот такие интересные котики. Это, по-моему, подставка, но на самом деле можно какой-нибудь цветок посадить в эту подставку абсолютно точно. Декоративные фигуры с лицами. Лица у нас были в тренде, в принципе, в 2021 году. Мы их видели на текстиле и в декоре интерьера. И вот снова здесь, в 2022 году, видим лица в тренде, да, в тренде декора интерьера. Вот такие небольшие ящички. Я не знаю конкретно, для чего вы можете их использовать. Они могут выполнять роль шкатулки. Можно их объединить, как я показываю здесь в видео. Мне понравился вот такой тропический рисунок. Мне кажется, золотистым цветом и с деревом сочетается неплохо. Еще один ящик под перекраску. Мне понравилась, конечно же, полоска. Я даже думаю, этот ящик можно перекрасить снаружи, а внутри оставить полоску, и будет очень стильно смотреться. Металлические коробочки в количестве двух штук. Стоимость 299 рублей. Новинка в магазине – это подставка для бутылок. Можно, конечно же, использовать как подставку для, например, каких-нибудь масел, которыми вы пользуетесь на кухне. Кстати, обратите внимание на такую металлическую корзину. Она продается с чехлом. Чехол я сняла и поставила эту корзину на очень такой яркий поднос. Мне кажется, можно использовать эту корзину для хранения в ванной комнате, либо складывать, например, только что вымытую посуду на кухонной столешнице. Вот меня удивила, конечно, цена на авоськи. Сейчас она 299 рублей. Это достаточно, мне кажется, дорого для такой авоськи. И обратите внимание, что в Ашан Сити продается такая авоська в два раза дешевле. Еще один предмет, который заслуживает внимания, хотя я, честно признаюсь, вначале не обратила внимания на этот поднос. Но он на ножках желтого цвета, можно и так его оставить. Вот недавно буквально видела на одном из хомстейджингов, когда переделывали спальню. Посмотрите, выкрасили в приятный цвет одну из стен, и этот поднос использовать для декора на плоской поверхности. Такие подносы, они, конечно, отлично для этого подходит, только он здесь выкрашен золотистый цвет. Мне кажется, он тоже ему этот цвет идет. Для выкраски можно использовать краски из баллончика. Еще один поднос в таком ретро-стиле. Он пластиковый, подойдет, я думаю, для кухни. Покажу вам то, что купила сама. Вот посмотрите, такие забавные носочки. Мне кажется, сегодня тоже эти носочки находятся в тренде. Есть с енотами носочки и вот такие капроновые с различными ягодками, цветочками. Я тоже себе такие носочки купила и вполне думаю, что подойдут как для подростков, так и для людей постарше. Новинка в отделе для хранения, для кухни, это емкости, такие баночки. По-моему, они были в прошлом году и сейчас снова появились в магазине. Обращаю внимание на такого милого котика, но такие кружки, к сожалению, служат недолго, особенно если вы моете их в посудомоечной машине. Ни одна перекраска, переделка не обходится без малярного скотча или малярной ленты. Здесь стоит, по-моему, в районе 59 или 77 рублей, я могу ошибаться, но точно это намного дешевле, чем та лента, которая продается в Леруа Мерлен или в обычных бытовых магазинах.
Очень хороший садовый светильник, он работает от солнечной батарейки. И еще один хороший такой светильник показывала Юля на канале «Дом необычных вещей». К сожалению, в нашем магазине я его не увидела, не был он представлен. Это щетка для того, чтобы чистить решетки барбекю. Очень хорошая кашпо, которую я купила тоже в магазине Fix Price. Ему уже год, я в него и мяту сажала, и она у меня, кстати, хранилась на балконе, ему ничего нет абсолютно. Сейчас я просто ставлю в него зелень, наливаю воду, и эта зелень достаточно долго в нем может храниться. Еще очень удобно его подвешивать на рейлинг. Я благодарю всех за просмотр сегодняшнего видео. Обязательно напишите в комментариях, какие вы сделали покупки Fix Price и о качестве этих покупок, насколько давно вы ими пользуетесь, и поделитесь, если у вас были какие-то неудачные покупки. Всем до новых встреч, пока!